1995 году я поступил в Алматинское вышетехническое училище именно на профессию стать пожарным. Вообще с детства я хотел стать летчиком, но в силу некоторых обстоятельств жизненных, поменяв мнение, я поступил в Алмату, как я ранее сказал, в пожарно-техническое училище. Отучился, и с 98 года я уже приступил непосредственно к службе. С 98 года работал на различных должностях, начиная с дежурной службы пожаротушения. И вот до сегодняшнего дня занимаю должность заместителя начальника департамента, курирующий кадровую работу. Думаю, что за весь период своей службы ни разу не пожалел о том, что вот именно работал в этой структуре, в органах гражданской защиты. И, конечно же, за период службы повидал достаточно различные сложности именно этой профессии. Она сама по себе вообще уникальная.